Живите ярко, учите иностранные языки с центром «Инициатива» и путешествуйте с удовольствием. Huomenna mennään Korkeasaareen, Korkeasaareen, Korkeasaareen. Huomenna mennään Korkeasaareen koko päiväksi. Hyvää päivää, rakkaat ystävät! Päivää! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш телевизионный проект, и сегодня мы с вами попадаем в город. Тема нашего урока – Kaupungissa. В городе. С помощью центра «Инициатива» вы можете познакомиться с финским городом Гуйтинен. Здесь находится старейшее финскоязычное народное училище Финляндии. Этот колледж известен своим эффективным преподаванием иностранных языков, не только финского, но и английского. Атмосфера заведения способствует эффективному и качественному обучению. Превосходно оборудованные помещения и уникальная методика преподавания, лингофонные кабинеты и компьютерные классы со свободным доступом в интернет, библиотека и современные учебные пособия. Школа в городе Гуйтинен предлагает не только изучение языка и приобретение разговорных навыков, но и активное знакомство с культурой и традициями страны и общение с носителями языка. Узнать подробнее о возможностях изучения финского и английского языков в городе Гуйтинен вы можете, позвонив по телефону 67 18 93. Сначала мы ознакомимся с нужной нам лексикой. Начнем с вопроса. Антекси, мисса он. Извините, где? Метро, метро, пюсакки, остановка, сенатинтори, сенатская площадь, раутатия асема, железнодорожный вокзал, митен пэшен синне. Как мне добраться туда? Синун питэ, тебе нужно. Кэнтэ. Повернуть. Кулман таксе. За угол. Менна соран. Идти прямо. Менна васеммалле. Идти налево. Менна ойкеалле. Идти направо. Кулмалла. На углу. Каукана. Далеко. Лехелла – рядом, кевелла – ялкайсин – идти пешком. Ну и нам потребуется такой очень хороший глагол в финском языке – менна. Он переводится не только как «идти», но и также «ехать». Менна – метролла. Прибавляем окончание «ла» к средству передвижения. Юна – поезд. Менна юналла – ехать на поезде. Ауто – машина. Менна аутолла – ехать на машине. Следующий глагол. Вдруг мы затеряемся в Финляндии. Олла эксунют – потеряться. Как скажет Елена, я потерялась? Олен Юг эксунут. Олен эксунут. Хыва. Это основная необходимая лексика, которую нам потребуется в этой теме. И теперь мы перейдем, собственно, к нашим вопросам. Извините, где? Да? Вспоминаем форму. Антекси. Мисса он. И здесь вы можете подставить, у вас есть необходимая лексика. Что вам нужно? Эшемергекши сенатинтори. Где сенатская площадь? Следующий вопрос. Микя кату он. Какая улица? Да? Или микя кату се он. Какая это улица? Если мы хотим услышать ответ конкретный. Где мы сейчас находимся? Опять возвращаемся к нашей вежливой форме. А не могли бы вы помочь? Воситеко аута. Угу. Ну и очень важный вопрос, чтобы его рассмотреть, это митен пэшен синне.
как я доберусь туда, да? Чтобы сказать «тебе нужно» форма «синун питта». Давайте теперь закрепим нашу лексику, повторим такие самые простые ходовые фразы. А Наталья спросит у Елены. Привет! Как добраться до Сенатской площади? Хей! Войситеко аута. Миса он Сенатон Тори. Он. Миса он Сенатон Тори. Сенатин. Сенатин Тори. Елена скажет, тебе нужно идти прямо и затем повернуть налево. Синун питта мэна соран ситтен каутан вассемалла. Как у нас повернуть, Елена? Кянта. Кянта. Вассемалла. Елена спросит у Ольги. Здравствуйте. Не могли бы вы помочь? Как добраться до кафе? Первая Ольга. Воситека аута. Митен пасен. 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 Кахвила. Кахвилан. Кахвилан. Митен пасен кахвилан. Йо, синен питамена соран. Саллахелла. Це он лахелла, это рядом. Ну, Ольга спросит у Леры, извините, где отель Сокос? Антекси. Место он Сокос отеле. Антекси. Энтиеда. А Лера не знает. А теперь, чтобы перейти к нашей самой веселой части. Для этого нам потребуется карта, которую мы сейчас будем с вами рисовать. Мы с вами попадем в столицу Финляндии. Столица Финляндии мы знаем. Хельсинки. Нам потребуется Хельсингин карта. Молодцы, все постарались. Получилась такая замечательная у нас Хельсингин карта, карта Хельсинки. А теперь вам ваша следующая задача. Это попасть нужно в определенное место. Все мы попадаем в город Хельсинки, все мы там были. Девушки у нас подготовили инсценировку, как добраться в музей Атенеум. Терве! Терве! Хива таева! Воси така алта. Мина олен улкама алайнен. Антекси миса он мусео. Мика он мусео. Атени он мусео. Йо, хива. Тама он тори. Синон пита мена суран. Сина Найт кахвеллан. Sitten sinun pitää kääntää vasemmalle. Sinä näet rautatieaseman. Onko selvä? Selvä. Vasemmalle on museo. Hyvä. Hyvä, kiitos. Ole hyvä. Näkemiin. Следующая наша инсценировка. Девушкам нужно попасть в магазин Призма, затем отель и найти бар. Терве. Терве. Воси така ауто.
auta. Jo. Minä olen venäläinen. Olen eksynyt. Missä on kauppa? Oh, tervetuloa Suomeen. Mikä on kauppa? Prisma. Prisma. Sinun pitää mennä suora. Sinä näet pysäkki. Sitten kääntää oikealla. Se on Prisma. No, selvä, kiitos. Moi moi. Moi moi. Terve. Oh, terve. Missä lähen hotelli on? Se on Sokas hotelli. Se on Prisman lähellä. Joo, kyllä. Voisitteko sanoa, missä lähin baari on? Oo, oh. Hotellissa on baari. Joo, hyvä. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Ну, хюва! Сегодня мы с вами узнали, как спросить дорогу, как попасть в нужное место. А теперь вы не потеряетесь в Финляндии. Kiitos oppitunnista ja tavataan taas! Hei hei! Kiitos, hei hei! Kiitos, kiitos! Дорогие телезрители, Центр Инициатива продолжает принимать ответы на вопросы викторины, посвященные образованию в Финляндии. Напоминаем, что главный приз – это курс финского языка в городе Хельсинки летом 2015 года. Длительность обучения – 52 урока. Итак, вопрос. По какой специальности не обучают на английском языке в Университете прикладных наук Jyväskylä? Варианты ответа – информационные технологии, промышленный менеджмент, международный бизнес, последний вариант – медсестринское дело. Чтобы принять участие в викторине, вам необходимо войти в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Бесплатное образование в Финляндии». В соответствующей теме «Финский – это просто» необходимо ответить на поставленные вопросы. Те, кто правильно ответят на все вопросы, будут участвовать в розыгрыше главного приза. Желаем вам удачи! Участвуйте и выигрывайте. Живите ярко, учите иностранные языки с Центром Инициатива и путешествуйте с удовольствием.